Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о программе видеосплиттер компании SoftCorrado. Но прежде несколько слов о том, когда она может пригодиться. Не так давно я купил на AliExpress очки виртуальной реальности. Те, что попроще, которые надо вставлять в смартфон, и можно наслаждаться стереофильмами и стереокартинками. Когда я попытался загрузить в него несколько стереофильмов, то был удивлен, когда выяснилось, что файл размером более 4 гигабайт записать никак нельзя. Тогда я стал искать средства для того, чтобы поделить видеофайл на части. К сожалению, ничего бесплатного я не нашел. Хотя замечательный продукт FFmpeg позволяет это делать с командной строки, но трудно запомнить синтаксис и долго вводить имена файла. Поэтому я написал видеосплиттер, который является графической надстройкой над FFmpeg для того, чтобы разбить видеофайлы на части. Итак, перейдем к самой программе. Интерфейс приложения достаточно прост. Сначала выбираем наше видео. Видим размер файла, его продолжительность в секундах и аудио и видеопотоки. Если аудиопотоков несколько, то выбираем нужный. После чего нажимаем кнопку Split Video File и указываем имя файла и каталог для результирующих файлов. По умолчанию программа предлагает сохранить результат в то же место на диске. Оставляем все как есть и жмем кнопку Сохранить. Программа автоматически добавит к именам файлов знак подчеркивания и номер файла, так что добавлять новое имя файла не обязательно. Ждем, пока FFmpeg справится со своей работой. Программа рапортует, что все прошло успешно. Вот и все, можно порезать на куски следующий файл. А у меня все. Спасибо за внимание.